Более 60 рисунков представлены на выставке «Катавасия». Работы выполнены в разных техниках и не похожи друг на друга. Это портреты кошек и сюжетные композиции. Работу выполняли дети разного возраста. Полет их фантазии на тему кошачьих не имел границ. Поэтому кто-то из усатых отправился в космос на ракете, а кто-то пил чай на веранде. Одним росчерком карандаша уже живая кошка сидит, побежала, она изогнулась, она живая. Работы юных художников яркие и необычные. Они все без исключения понравились ценителям искусства и котов. Мне нравятся все работы на этой выставке, в которых изображено много котов, потому что я очень люблю котиков. Значительная часть рисунков принадлежит кисти одной ученицы – Дарьи Мяснянкиной. У девочки нет дома кошки, поэтому ее музами были уличные коты. Она удивительно точно передала в своих рисунках характеры разных котов. Познакомиться с пушистыми персонажами может каждый. Мы приглашаем жителей нашего города и гостей посетить эту замечательную выставку, зарядиться позитивными эмоциями и весенним настроением. Выставка продлится до 22 марта. Затем часть работ отправится в Вязьму, где будет проходить региональный конкурс «Веселая Катавасия». Виолетта Ефименко, Александр Ерофеев, Десна ТВ.